Здравствуйте! Это канал Herbals UA. И сегодня мы поговорим о том, как очистить сосуды головного мозга. 10 рецептов. Поддержите наш канал лайком и подпиской. Это позволит нам делать больше интересного контента. Все рецепты будут продублированы в описании под этим видео. Итак, как очистить сосуды головного мозга? Чистку сосудов головного мозга следует проводить регулярно. Кровеносные сосуды выполняют важнейшие функции, они переносят кислород, питательные вещества ко всем клеткам и в том числе к клеткам головного мозга. Людям, которые страдают нарушениями памяти, следует в первую очередь позаботиться об очистке сосудов. После очищения сосудов головного мозга улучшается мозговое кровообращение, создаются оптимальные условия для наилучшего функционирования клеток мозга. Чистку сосудов рекомендуется проводить один раз в год. С возрастом плотность сосудов изменяется, сужается их просвет из-за зашлакованности, нарушается кровообращение, что может быть крайне опасно для здоровья и жизни. Частицы холестерина, которые откладываются на внутренней стенке, могут наслаиваться, образовывать бляшки и вести к атеросклерозу. Причиной отложения шлаков в сосудах почти всегда является неправильное питание, химия в продуктах и вредные привычки. Симптомы зашлакованности сосудов мозга: головокружение, снижение памяти, головные боли, раздражительность, бессонница, повышенное артериального давления, синдром хронической усталости, снижение слуха, зрения, снижение концентрации внимания. Чтобы избежать зашлакованности сосудов мозга, а также продлить им молодость и вернуть эластичность, необходимо воспользоваться народными советами и рецептами. Однако, если вы чувствуете себя плохо, у вас наблюдается прогрессивное ухудшение памяти, головные боли, то лучше проконсультируйтесь с врачом и пройдите обследование. Рецепты для очищения сосудов мозга. 1. Старинный рецепт. Возьмите равные части трав: лобазник, сушеница, пустырник, плоды шиповника. Приготовьте сбор из указанных растений. Залейте 2 столовые ложки смеси 500 мл кипятка. Выдержите в термосе несколько часов. Принимать настой по 60 мл 3 раза в день в течение 2 месяцев. 2. Приготовьте смесь: сок свеклы, мед, хрен, морковь по 200 мл и сок одного лимона. Добавьте к смеси 50 мл водки и смешайте. Полученную смесь храните в холодильнике. Распределите полученный бальзам на 1 месяц приема. 3. От холестериновых бляшек отлично помогает настойка из цветков японской сафоры. Возьмите 50 грамм растения, залейте водкой 0,5 литра. Настаивать жидкость нужно в течение месяца в темном месте. Применять по 1 чайной ложке после еды 3 раза в день в течение 30 дней. 4. Еще одним достаточно древним рецептом от холестерина считается настой из цветов граба. Залейте 1 столовую ложку сухих цветов 1 стаканом кипяченой воды и подождите 1 час, пока настоится. Принимайте настой 3 раза в день по 100 мл после еды. Очищение проводите 40 дней. 5. Ананас и грецкий орех способны очистить сосуды мозга. Возьмите в равных количествах очищенный грецкий орех, 2-3 штуки, и ананас, 2-3 кружочка. Измельчите и переложите в любую темную тару из стекла. Смесь нужно хранить в холодильнике. Принимайте это средство 4 раза в день за 30 минут до приема пищи. Смесь хранится 2 суток, далее необходимо сделать свежую смесь. Курс очищения 3-4 месяца. 6. Возьмите в равных количествах мед и свежевыжатый сок свеклы. Смешайте вместе указанные продукты и принимайте по 100 мл 3 раза в день после еды. Курс очищения 3 недели. 7. Для сосудов мозга очень полезна морковь. Деревенскую морковь следует употреблять в любом виде: салаты, сок, суп, пюре. Также полезно ежедневно употреблять капустный сок, яблочный 1 чайную ложечку облепихового масла. Облепиховое масло, настоянное на семенах укропа, отлично защищает от атеросклероза. Понадобится 1 стакан семян и 0,5 литра масла холодного отжима. Масло следует слегка подогреть, смешать семенами и убрать в темное место на 21 день. Процедите принимать по 4 чайных ложки 1 раз в сутки. Очищаться, пока не закончится бутылка, затем можно приготовить еще 1 порцию. 8. Хрен с лимоном отлично очищают сосуды головного мозга, улучшают память и кровообращение. Возьмите 250 грамм натертого свежего хрена с огорода, добавьте к нему 250 мл воды, 250 грамм натертого на терке чеснока, 250 грамм измельченного лимона и поставьте на 1 день в холодильник. Принимайте по 1 столовой ложке за 30 минут до приема пищи 3 раза в день, заедая медом или сладким джемом. 9. Для очищения сосудов головного мозга подойдет такой состав: сок лимона, мед, оливковое масло, все в равных частях. Принимайте смесь утром на голодный желудок по 1 чайной ложке за 30 минут до завтрака. Смесь храните в холодильнике в стеклянной таре. Очищение длительное. 10.
Отличным омолаживающим эффектом обладает масло из ядер абрикосовых косточек. Масло холодного отжима без окраски и консервантов содержит витамины В1, В2, В3, В5, В6, В12, А, С, Е, Ф, К. Большое количество ненасыщенных жирных кислот содержится в нем, и витамины В15, пангамовая кислота, В17 и В19. Эти витамины защищают клетки от старения, разрушения и рака. Профилактика засора и укрепление сосудов мозга. После очищения сосудов головного мозга, чтобы не допустить повторного засора, необходимо придерживаться здорового образа жизни. Физическая активность – лучшее средство от проблем с сосудами. Заниматься физкультурой следует не реже 4 раз в неделю. Избегайте стрессов, переутомления, напряжения, сильной усталости. Самые лучшие физические занятия – плавание, бег трусцой, акваэробика, йога, танцы. Умеренные физические упражнения закалят сосуды, улучшат кровообращение в мелких капиллярах. От упражнений, которые требуют повышенной концентрации внимания, лучше отказаться. Для здоровья сосудов несут пользу все водные процедуры – баня, ванна, контрастный душ. Баню рекомендуется посещать один раз в неделю. Для улучшения циркуляции крови полезно париться березовым, хвойным веником. Активный отдых – эликсир жизни. Уделяйте время интересным встречам, развлечениям, походу в театр, кино. Можно заняться благоустройством жилища, изменить дизайн в квартире, подумать над новым дизайном, повесить картины с природой. Не забывайте высыпаться. Спите как минимум 8 часов. Поборите страхи, сомнения и оптимистичнее смотрите на жизнь. Приобрести настойки, травы, жиры и другие товары для здоровья и долголетия вы можете в нашем интернет-магазине Herbals.ua. Ссылка будет в описании. А если видео было для вас полезным, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.